Без медицинской помощи не останутся. Минздрав региона обозначил свою позицию по реорганизации гинекологического отделения в Зларинской районной больнице. В пресс-службе ведомства рассказали, планируется не его закрытие, а переезд в другое здание. Сокращения количества коек пока не будет, не уволят и работников больницы. Пациенток по предложению главного врача разместят в двухэтажном здании отделения хирургии. Гинекология займет первый этаж, второй останется за хирургией. Напомним, в редакцию обратились жители Залареи. Они обеспокоены, что после оптимизации в гинекологическом отделении сократится количество коек и медицинская помощь станет доступной не всем. В Министерстве здравоохранения региона подчеркнули, предстоящие изменения пока лишь обсуждаются, принятых решений еще нет.